166 серия, Мурманск, Магадан участок. В этой серии будет пройдено 65 километров на протяжении всего пути. В этой серии нет ни одного населенного пункта, поэтому привязаться просто не к чему. Движение в сторону Якутска. Федеральная трасса А-360 Лена. Так, отвечу на некоторые комментарии. Подальше, чтобы... 11.42 Вадим. Так, ну это относительно человека, который мне попался на трассе. Сколько лет прошло, до сих пор вот неспокойно на душе, почему я не расспросил его более подробно, что, где, куда. Очень об этом сожалею. Виктор Ядров написал: Иркутская область и Бурятия, разность по времени с Москвой 5 часов. Это очень важное замечание, потому что во время движения на дальние расстояния на организме, на психике сказывается пересечение часовых поясов. Это не одномоментно, а накапливается в течение всего пути и доставляет большие сложности. Для меня, например, тяжелее ехать на восток, поскольку световой день уменьшается, организм не успевает перестроиться на новый биологический ритм, и с этим возникают некоторые проблемы. Гораздо легче, опять-таки, для меня это двигаться с востока на запад. Тогда световой день увеличивается, и чувствую себя как-то более комфортно, что ли. В общем, мне гораздо удобнее и комфортнее ехать с востока на запад. Так. Также Виктор Ядров написал... Ну, полностью не буду комментарии зачитывать. К 144 серии. А наш Байкал лучше смотрится вживую, стоя на берегу. Наверное, каждый россиянин хоть раз в жизни должен побывать здесь. Абсолютно согласен с Виктором, абсолютно. На обратном пути я ночевал на берегу Байкала. Возле небольшого городка Бабушкин. Там есть возможность проехать непосредственно на берег Байкала, и ночевал у маяка. Да, совершенно другая энергетика, совершенно другое восприятие природы. Непонятная какая-то свобода, вольность. Ну, трудно объяснить. Поэтому я полностью поддерживаю этот призыв, что на Байкале нужно побывать каждому и обязательно хотя бы раз в жизни остановиться и переночевать на берегу этого изумительного озера. На некоторые комментарии ответил письменно. Больше комментариев нет, которые бы требовали аудиоответа. Смотрите видео. Двигаемся в сторону Якутска, повторяю. Трасса Лена, А-360. За мной пыли почти нет.
так вот я прикинул, процентов 10 до Якутска. Сейчас вроде запустили железную дорогу до Якутска, Нижний Бестях, так называется. Относительно недавно запустили, может быть, года два тому назад. До этого пускали грузовой вариант. Но сейчас вроде бы и до Нижнего Бестяха. Стоит не говорить о том, что связи тут никакой нет. Теперь стоит такой вопрос, такая проблема, где бы заправляться с восхода 610 километров. Опять начинается, да? Длинном дороге. Просадки. Напортачили.
специалисты. Стороны аж нависают как будто над дорогой горы. Лиственница желтеет уже. Осень. Yeah.
знаки ставить надо, а дорогу управлять. Я все жду границы с Якутией, Саха-Якутия. Опять большая пробежка. Что-то в водной глади не видно. Но написано река. Что ты похрипываешь? Со страхом ожидаю столбы пыли. Опять начнется гравийка. Красивый край.
красивая. Довести дороги до ума и путь ее, инфраструктуру и поток туристов гарантированно. И край так поднимется, что Москва будет нервно курить в стороне. Вот для горнолыжников, например, кто занимается зимними видами спорта, зимой сюда. Новое сообщение с Якутском сделали, пассажирское сообщение сделали, ну теперь максимум внимания дороги и мостов через Лену, мост необходим. Разве не красивый край? Сравнивать с Карелией или Забайкальем, ну это просто глупо, потому что каждый край по-своему настолько красив, прекрасен, великолепен, что только идиот будет сравнивать, где красивее. Так, начинается.
Ленина, а 360. Иркутск, 1151, Тында 86. Сеткой, чтобы, наверное, не было оползней. Thank you.
нормально здесь, покрытие моста. Обходим ладошку. Это будет хорошее транспортное сообщение с Якутском. Дальше и цены, соответственно, упадут. Неровности, сбросить скорость. Слишком много текста. Разве можно успеть все прочитать? Вот она. Кто этот участок делал? Оторвать все, что болтается.
Что такое справа так круто поднимается? Неужели наша дорога? Это ужас будет. Нет. Связь отсутствует. Интернета нет.
если поменять камеру в боковом виде регистратора. Просадки по этой, по отбойникам. Общайтесь, друзья, недолго скоро начнется щебенка. Да, я умею радовать. Поездку таких затяжных асфальтовой дороги не было. Ну, было там возле населенного пункта километров 4-5.
закончится сейчас отбойники и тормозну ненадолго. Балдыгли я. Вот здесь я встану. Поменять карту памяти.